Привет. За перевод спасибо Кей Тору. Озвучила Кадзе. Приятного просмотра. У меня появилось немного свободного времени, и вот я здесь. Небольшой перерыв. Давненько не было эфиров в Инсте. Как у меня дела? Сейчас мы с ребятами находимся в Нью-Йорке. И здесь, в Нью-Йорке, у нас много дел. Да. Сказать вам об этом? Мы готовимся к шоу на Мет-гала. Я и не думал, что предстоит столько всего сделать. Та же примерка. Да. Еще мы репетируем движение. Я не страдаю от джетлага, но... Приехав сюда вчера, я проспал почти весь день, хотя и хорошо поспал в самолете. Думаю, в Корее сейчас за полночь. Я чувствовал такую сонливость, что проспал всю ночь. Я проснулся около 5 или 6 утра по местному времени. Вместе с мемберами и менеджерами мы позавтракали. У меня были дела, но как только появилось время, я пришел сюда. Я бы хотел поесть мягкого тофу в Пукчандоне. Как только вернусь, поем супа с рисом и свининой. Нужно приготовить острое рагу из мягкого тофу. В Корее сейчас полночь, то есть уже за полночь. Сегодня же воскресенье, да? Или нет, завтра ведь понедельник? Воскресенье, да. Сегодня воскресенье. Уже поздно, вы не спите. Ты замерз? Да. Здесь холодно. Я пытался выключить кондиционер в номере, но он продолжает работать. Поэтому я даже сплю в одежде с длинными рукавами и укутываюсь в одеяло. А у вас как дела? Верно, сейчас столько разных челленджей выходит. Да, но... Это был Покемон Челлендж? Не знаю, почему он всем так нравится. Похоже, вам очень понравилось. А еще... Мы начали снимать Сонг Бай. Столько всего хочу рассказать. Надеюсь, вы будете этого ждать. Одну за другой я планирую исполнять те песни, о которых мне хотелось бы вам рассказать. Второй выпуск? Да. Надеюсь, он вам тоже понравится. Он ведь тоже выйдет.
Так что ждите. О, меня уже в сон клонит. Просто это мое собственное пространство, где я могу показать свое пение таким интересным образом. Как-то так. Так я могу показать то, что мне хочется. Сейчас моя жизнь полна радостных забот. Трек «Lose My Breath» и много чего еще. Во время совместной работы у нас было столько забот касательно музыки. Всем, что раньше было только в моей голове, я могу поделиться и обсудить с замечательными людьми, нашими скизиками. И я могу поделиться этим с вами. Я чувствую себя таким счастливым. Сейчас в моем организме вырабатывается много дофамина. Первый выпуск посвящен Love Poem. Я сам работал над аранжировкой и мелодией, и над деталями в целом. Работая вместе с Хёнами, я делился с ними своим мнением. Так я смог воплотить в жизнь те идеи, которые у меня были в голове. И я очень этому рад. О, что это? Столько прикольных фильтров. Похоже на антенны. Где Лино? Где-то. На планете Земля. Так внезапно. В чем я сейчас заинтересован? Что мне интересно? Мои интересы. Даже не знаю. А, да. Я еще не говорил об этом. А, точно. Да. Я попросил три рача об одной услуге. Я попросил каждого из них написать для меня песню, в которой они могли бы выразить свои мысли и чувства. Мне бы хотелось, чтобы каждый написал песню в своем стиле, но написание песен — дело непростое. Поэтому я сказал им, чтобы они поработали над этим, когда им будет нечем заняться. Думаю, будет интересно. Все они напишут разные песни, ведь у каждого свой стиль. Я-то этого не умею. Поэтому мне очень интересно. Думаю, им будет приятно, если я хорошо исполню их песни. Не знаю, когда это произойдет. Просто сейчас все очень заняты.
Это займет какое-то время. Мне кажется, это очень классная задумка. Да, я очень жду. К тому же, я постоянно думаю об аранжировке, выборе песен и предстоящих мероприятиях. Все это так волнительно. Впереди столько всего интересного. А, еще нас ждет много интересных выпусков. СКС Код. Потому что у продюсеров столько забавных идей. Мне очень нравится сниматься. Я ненадолго сюда пришел на время перерыва. А сейчас мне нужно сходить пообедать. О, набор текста! Было весело! Набор текста! Если бы Чан Бин сам не вызвался, ничего бы этого не было. Хорошего всем дня. Хорошего дня и доброй ночи. Скоро увидимся снова. Когда у меня будет время? Я приду. Люблю ли я поесть? Ну еще бы. Не успел приехать, а уже хочу суп с рисом и свининой. Вкуснотища. Бай-бай. Я скоро вернусь. Хорошо, проведите остаток дня. До встречи в следующий раз. Спокойной ночи. Хороших снов.